Алекс, добрый вечер. Добрый вечер. Я очень рада вас видеть в России. Я очень рада. Хочу вас поздравить с выпуском нового альбома. Да, спасибо огромное. Скажите, мне это большая честь. Сегодня просто уже четвертый, на самом деле, концерт в рамках вашего российского тура, посвященного выходу нового альбома. Да. Вообще, как принимают российские города и как принимает публика? Потрясающе. На сегодняшний день мы выступили в Троицке, в Ярославле и в Иванове. И все три концерта прошли при полных залах и, можно сказать, на ура. Это наша первая часть тура, которая так и называется, как называется диск. New Path. Новый путь, как говорится. Вот. Вторая часть нашего тура будет в Азии, в Гонконге, в Тайване, в Китае. Третья в Бразилии. Четвертая обратно в России, в Европе, в марте. Так что у нас большие планы. Вот именно с этим проектом по поводу промоушена вот этого альбома «New Path». Вообще название альбома само «Новый путь», «New Path», оно, скажем так, для фигуры речи или все-таки вы вкладывали в него какой-то большой смысл? Началось все с того, что одна из моих любимых композиций, которую я написал, может, лет 10 назад, называется «Path». Композиция вот этого альбома началась именно вот с этой композиции, которую я реаранжировал для вокала и синтезатора. Она звучала по-другому, совершенно по-другому, и я ее назвал New Path. И так как она, эта композиция является самой основной, то я решил назвать альбом New Path. С другой стороны, разумеется, произошли очень много изменений в жизни в плане, в разных планах. Это тоже имеет большое значение. Повлияло на это. Ну да, конечно. А вообще, альбом получился довольно компактным. В него вошли 6 композиций. Mm-hmm. И одна композиция была написана специально для вас в этом мытине. Да. По крайней мере, то, что я читала в пресс-релизе. Это правда. А вообще, для как писался этот материал, создавался? Он создавался на протяжении нескольких лет? Или все-таки эти композиции были созданы большая часть в последнее время? Эти все композиции, за исключением, которое я упомянул, «Path», были созданы примерно год назад, полгода назад. Многие из этих композиций были уже записаны в первоначальном варианте, в инструментальном. То есть это еще одно, так сказать, еще один мининг, почему так альбом называется «New Path», потому что в основном композиции переаранжированы совершенно по-другому, и более свежо, и с вокалом. И я вот, к сожалению, еще не слушала новый альбом, но я знаю, что он как раз не только инструментальный, там присутствует вокал, вы пригласили голландскую певицу. Да, голландская певица очень хорошая. А почему ваш выбор пал именно на этот голос, именно на эту личность? Все очень просто. Я преподаю в консерватории в Голландии, в городе Гронинген, и она была одной из моих студенток, которая выполняла то, что следует выполнять. Училась очень хорошо, ходила на все мои уроки, и в один прекрасный момент я просил ее исполнить мою композицию. Она мало того, что исполнила, она написала к ней слова, и у меня появилась идея, почему бы нам не сделать программу. Вначале мы сделали программу на уровне студентов, потом это все вышло за рамки студенческие. И были, соответственно, уже сотрудничество такое большое. Это наше первое сотрудничество, и очень делает хорошую работу.
вообще для вас это первый альбом, который выходит в России, и он выходит при поддержке фонда «Орбит». Да. А насколько вообще для вас важно, что альбом выходит именно здесь? Или это все-таки технический момент? Нет, на самом деле очень важно. Это первый альбом, на самом деле, который выходит на русском, на русской компании, на русском лейбле. У меня всегда была такая мысль, что когда-то, спустя годы, я запишу альбом по-настоящему, но на русском лейбле. Это у меня уже, по-моему, 15 или 16 альбом. Ну, во-первых, мне всегда нравился чисто визуальный дизайн «Орбит». Они настолько тщательно подходят вот ко всем деталям. Вот ты берешь, открываешь и любуешься. А потом, разумеется, у них потрясающий набор музыкантов, которых они приглашают, и мне очень хотелось быть частью этой компании. Как я уже сказала, просто одну из композиций написал Пэт Метини, да, для вас. Но Пэт Метини писал не только для этого альбома, но сотрудничали с ним, по-моему, писал для предыдущего вашего релиза, если не ошибаюсь. Для предыдущего, да, именно так. Но, опять же, это New Pass. Это новый взгляд на мои композиции, на те композиции, которые были написаны для меня, со словами. Хиски написала слова. Певицу звать Хиски. Она написала слова. И, разумеется, с разрешения самого поэта мы ее записали. Он сначала послушал, ему очень понравилось, и мы, так сказать, решили. А вообще, что сам Пэт Метини говорит об этом сотрудничестве? Насколько для него это тоже важно представлять? Потрясающе. Он очень рад. Это уже не первый наш, так сказать, коллаборейшн. Не первый раз он пишет для меня музыку. В 2005 году он написал две композиции для моего альбома «Returning». Ну, во-первых, мы очень хорошие друзья и музыкальные коллеги. Он знает, что я являюсь большим фанатом его музыки, как и многие музыканты. И он, также он знает, что моя музыка очень influenced, то есть зависит, influence, как перевести, но от его музыки влияет. Над вашим альбомом работали музыканты, которые имеют российские корни, и в том числе просто российские музыканты. Это Миша Цыганов, это Борис Козлов, с которым вы записываете не первый, второй альбом. Много-много раз. И Саша Машин. Почему вы собрали именно эту команду для записи именно этого альбома? У меня всегда была идея поработать с русскими музыкантами. И вначале это был квартет, в котором, кстати, мы неоднократно играли. Хиски прибавилось позже. И, ну, во-первых, они соответствуют уровню все. То есть очень удобно разговаривать наконец-то на своем родном языке, общаться и делиться мыслями музыкальными. И это очень много значит. Мы одинаково мыслим по поводу каких-то вещей. У нас есть, как говорится, chemistry, вот эта химия присутствует на сцене, именно русская какая-то. Для меня это новый цвет. И новый опыт, наверное, да, какой-то. Я вам тогда желаю успеха с вашим новым альбомом. Я очень надеюсь, что мы пообщаемся как-нибудь более обширно. Да, более. Я еще раз извиняюсь, что я... Я желаю вам тогда успеха в вашем новом туре и желаю возвращения в Россию с вашими новыми концертами. Спасибо огромное. С удовольствием. Спасибо.